Так, время 8 утра. Мы покидаем эту замечательную квартиру, замечательный город и замечательную страну. Едем в Тбилиси, в Грузию. Наша квартира. Все, мы собрали чемоданы. Идем в машине. Сделали остановку по дороге в Тбилиси. Вот на этом автомобиле мы едем. Здесь вот супермаркет. Водитель наш заправляется, сделали остановку. У нас горы видно. Правда, все в тумане, но что-то видно. Что-то видно. Все, мы приехали в Грузию, в Тбилиси. Сейчас идем на квартиру. А? Это здание, что-то. Мозаик, бизнес-центр Мозаик. Зачем? Идем дальше. Там что-то все в траву заросло. Что такое? Специально, такой декор. Понятно. В общем, мы зашли в дом. Хозяйки пока нету, ждем хозяйку. Собака за нами уже за нас. Еды просит. Сидит. Не просит. Ну, как не просит? Она просит, просто тихо просит. Такой как бы домик. Понятно, где квартира? 10-я. Коридор. Короче, ждем. Хозяйку, да? Еды нету, нет еды. Так, мы зашли в квартиру, сейчас обзор квартиры. Это коридор, здесь есть гардероб небольшой. И три комнаты получается. Вот одна комната с маленькой кроватью. Кстати, шкаф большой. Дай посмотреть, что у нас шкаф с телевизором. Так, вторая комната, небольшая тоже. Так, это у нас, подожди, это у нас гостиная. Зал, гостиная. А, с кухней, кухня-гостиная получается. Тут вот нам приготовили презент. Вино. Кондиционер, что у нас на кухне? Кухня вроде все есть, даже вот. Столик есть для еды. И еще одна комната. Третья комната. Так, вот туалет. Туалет с душем. И комната. Самая большая кровать. Матрасы нормальные? Ну вот, как-то так.
Собираемся, пойдем гулять сейчас. Гасим. Нет. Гасим свет. Я не знаю. Собрались ехать в Батуми. Сидим, ждем хозяйку. Время 7 утра. Чемоданы собраны. Сидим, ждем. Приехали на вокзал. Идем на платформу. Конечно. Маленький, но вверх этаж. Еще поезд маленький. Тбилиси. Мы сегодня уже пятый день в Батуми. Сегодня покажем обзор города. Так, краткий обзорчик. Пройдемся по городу, по пляжу и все покажем. Так, это наши апартаменты. Так, здесь у нас диванчик, здесь у нас обеденный стол, мое рабочее место. Дальше зона кухни. Вся посуда есть для готовки, все есть. Здесь отдельная спальня, где мы спим. Ну и, собственно, туалет.
Туалет, раковина, зеркало, вот душ за стеклом. Душ. И горшок. Вот это наш дом, где мы снимаем апартаменты. Это у нас набережная. Здесь вот пешеходная зона. И справа у нас велосипедная дорожка. Вот она, велосипедная дорожка. Там море. С той стороны. Сейчас пойдем посмотрим пляж. Косякнем. На пляже в основном галька крупная и помельче. То есть протяженность пляжа где-то 6 километров. Сейчас подойдем поближе к воде, посмотрим. В Батуми большое количество строек. Очень много домов строится. Думаю, еще лет 10 надо, чтобы здесь вот застроить. Это у нас заправка и здание Макдональдса необычное. Мы потерялись. Навигатор нас обманул. Сейчас идем будем теперь сами. Да, сейчас ищем будем путь. Просто наугад. Мандарина. Здесь мандарины.
вкусные. А, ну...